Привет всем нашим! Вы на Динамо ТВ, а сегодня у нас небольшой, но довольно информативный и интересный выпуск. Погнали! Друзья, а у нас для вас действительно очень крутая новость. Сегодня мы рады сообщить официально о том, что в Беларусь, в Минск приедет любительский футбольный клуб «Амкал». Мы «Амкал», а вы нет. 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 «Амкал» — это любительский футбольный клуб российских блогеров, который уже давно собирает стадионы в Москве и ездит по городам России. И теперь эти ребята приедут в Беларусь, чтобы сыграть против минского «Динамо». Это 28 сентября на стадионе футбольного клуба «Минск» в 17:00 «Амкал» сыграет против болельщиков минского «Динамо». Победители второго ежегодного турнира среди фанатов нашего клуба – команда «Made in Minsk». У каждого из нас в сердце только два цвета. У каждого из нас в сердце один город. Каждому из нас нужна только победа. Сделано в Минске. На стадионе как дома. Мы уверены, что это будет очень крутое событие. И чтобы подогреть ваш интерес к этому замечательному проекту, я рад вам представить Влада из канала «Высокий футбол». Всем привет, друзья! Вы на канале «Высокий футбол». Тихо, давай ты немножко соберешься, да? Ты еще пока на «Динамо ТВ». Итак, ребята, Владос уже начал работу над созданием видеодневника этого проекта. Влад, расскажи, что это вообще будет и для чего все это надо? Ну, вообще, это будет многосерийный проект, в котором я расскажу вам изнанку подготовки любительского футбольного клуба «Динамо Минск» к этому медийному невероятному матчу, который взорвет вообще все соцсети, взорвет все и поднимет интерес, я надеюсь, к нашему футболу. А я скажу то, что Влад сыграет за команду «Made in Minsk» против «Амкала». Я думаю, парень с таким ростом обязательно поможет нашим парням. Я думаю, всем уже стало достаточно интересно, так что ждать осталось совсем недолго. Подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь обязательно на «Высокий футбол». Владос, удачи тебе, пусть все получится и полейте за минское «Динамо». Будет гол, эй, будет, будет гол.